Везу из Шикснему муку на Вологодский хлебокомбинат. 12 тонн, ездим регулярно, каждый день. Только запустились, это, можно сказать, были тестовые партии, мы начинали с объема 200 тонн в месяц. В течение всего 22 года мы наращивали объемы, сейчас мы вышли на показатель 1300 тонн в месяц. У нас все получается, качество готовой продукции наших потребителей устраивает. Большая часть хлебобулочных изделий, которые производятся на территории региона, производится из муки производства Шекснинского комбината хлебопродуктов. Нашего комбината позволяет выпускать гораздо больше. Мы сейчас ставим для себя задачу удвоить объем в ближайшие полгода, то есть собрать еще одну бригаду, нарастить производство муки до 2500 тонн в месяц. Наши площади и наши производственные возможности, они позволяют нам не только обеспечить продовольственную безопасность нашего региона, они позволяют выйти за рамки Вологодской области, а также наше предприятие может, как это было ранее, использоваться как предприятие стратегического резерва.